Он родился в яркий солнечный день 4 апреля 1937 года и всю жизнь дарил людям тепло. Врач от Бога, хирург Виктор Петрович Поляков вылечил десятки тысяч человеческих сердец. И в сердце каждого, кто его знал, оставил только лучшие воспоминания. Мне так его сейчас не хватает. Я думал, что я уже взрослый достаточно человек, а вот чувствую себя сейчас, в общем-то, осиротевшим ребенком в какой-то мере. Уже в течение полугода. Мне его очень сильно не хватает. Не хватает его вот этой вот душевной доброты, не хватает надежды, которую он всегда дарил. Вот что, чем он отличался, он умел дарить надежду. В 1980-м Виктор Поляков впервые в России провел под гипотермией операцию на сердце, а вскоре уникальную операцию «Лабиринт», за которую он был удостоен звания лауреата национальной премии «Призвание». Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Его учениками называют себя больше 3000 врачей-кардиохирургов. Те, кто с ним работал, в один голос вспоминают даже не о его золотых руках, а о большом добром сердце и широкой душе. То, как работал Виктор Петрович, его технику, как он оперировал, и сам говорил, как он вел, как он создавал ауру операционной. Какая бы ситуация ни возникала во время операции, будь то какая-то экстренное какое-то кровотечение или что-то, нештатная какая-то ситуация, он, во-первых, всех успокаивал, ни на кого никогда не кричал, все делал аккуратно, правильно, и в основном выходил с честью всех, еще раз говорю, сложившихся ситуаций. В первую очередь мы говорим о духе, который Виктор Петрович вот зародил в кардиохирургической, кардиологической школе Самарской области. Потому что на самом деле это совершенно другие люди с душевным отношением к пациенту. Вот это вот самое основное. Мемориальная доска в хирургии – только первый шаг. В городской администрации уже согласованы бумаги, и осенью еще одна доска появится и на самом хирургическом корпусе кардиоцентра. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.